Сегодня был очень жаркий день. Пеппа с Джорджем играли у себя в комнате. Ой, Джордж, сегодня так жарко. Я что-то даже играть не хочу. Да, Пеппа, и Джордж не хочет играть. Как же жарко сегодня. Пошли вниз, может там прохладнее? Пошли. Мамочка, папочка, мы не хотим играть. Там так жарко. Да, Пеппа, сегодня очень жаркий день. Я тоже не знаю, где найти себе место. Очень жарко. Я даже не хочу смотреть телевизор. А что же тогда делать? Может, мы пойдем на улицу? Боюсь, Пеппа, на улице не получится. Там еще жарче. Да, на улице жара невыносимая. А что же тогда делать? Похоже, я знаю, куда мы можем пойти. Куда, папа свин? Да, папочка свин, куда? Куда мы пойдем? И там не будет так жарко. Ого, Джордж поедет на Северный полюс. Ого. Нет, Джордж, мы поедем в бассейн. Ух ты, здорово! Я люблю ходить в бассейн. Поехали! Ой, отличная идея. Может, там мы сможем охладиться? Ну, все готовы? Да, папочка, да. Ребята переоделись в купальники и едут в бассейн. Ну, тогда поехали! Поехали! Ну вот, мы на месте. Ребята приехали в бассейн. Ух ты, как же здорово, какой огромный бассейн! Джордж, скорее идем купаться! Да, Пеппа, бежим! Пеппа с Джорджем поднялись на горку. Джордж, давай будем съезжать! Давай, Пеппа! Давай я съеду первой, а потом ты. Хорошо. Ух ты, как здорово! Теперь я, Пеппа. Пеппа с Джорджем плавает в бассейне. Ой, как весело, Пеппа. Да, Джордж, так весело. Мамочка, папочка, идите к нам, скорее, здесь так хорошо. Да, идем, Пеппа. Папа свин, пошли. Ой, папа свин, ты где? Хо-хо-хо, мама свинка. Я первой буду спускаться. Хорошо, папа свин, только осторожно, мне кажется. Она для тебя маленькая. Нет, мама свинка. Я думаю, я съеду отлично. Съезжай, папочка свин, спускайся, там совсем не страшно. И чу-у! Папа свин съехал с горки. Видели, как я спустился? Это мой фирменный способ. Я спускаюсь с горки и сразу плаваю на спине. Мама свинка, теперь ты. Ой, хорошо, папа свин, спускайся. Ой, какая огромная горка. Ну, папа свин, я спускаюсь. Да, мама свинка, давай. И ух! О, и мама свинка тоже спустилась и плавает на спинке. Хо-хо-хо, мама свинка, ты тоже профессионал. Да, папа свин. Да, у вас отлично получилось. Пеппа с Джорджем купались в бассейне. Как же весело в бассейне. Да, и Джорджу весело. Джордж, а знаешь, как бы было еще веселей? Как, Пеппа? Если бы с нами были наши друзья. Да, мы бы вместе съезжали с горки и играли в воде. Да, Джордж, но что-то никого нету. Папа свин. Да, Пеппа. Мы бы хотели, чтобы с нами отдыхали еще наши друзья. Почему никого нету? Действительно, что же никого нету? Сейчас я им позвоню и скажу, что здесь очень хорошо и совсем не жарко. Да, да, папочка свин, позвони и скажи, пусть приходят. Хорошо. О, дедушка свин, а мы в бассейне. Здесь очень хорошо. Отлично, приезжай. О, дедушка пес, мы в бассейне. Здесь очень хорошо. Я тоже, пожалуй, позвоню. О, здравствуйте, мама кошка. А мы в бассейне, здесь очень хорошо и совсем не жарко. Да, приходите. Мама овечка, здравствуйте, мы в бассейне. Приходите, здесь очень хорошо. Отлично. О, мама кошка пришла. Ой, как здесь хорошо. Ух ты, мамочка. Молодец, Дэнни. Ну, я пока пойду. Ребята весело проводили время в бассейне. Ой, как здорово! Мамочка, мамочка, иди к нам! Да, мамочка, папочка, идите к нам! Да, дедушка, и ты иди! Хо-хо! Ой, что-то здесь жарковато. Ну что, пойдем тоже? Давайте! И все пошли в бассейн к ребятам.
Теперь я. Хо-хо-хо. Ну, держитесь, теперь папа свин съезжает. Хо-хо-хо. Погодите меня. И дедушка свин пришел в бассейн. Как здорово в бассейне. И совсем не жарко. Дедушка свин, а где же бабушка свинка? О, Пеппа, бабушка свинка осталась дома со своими курочками. И у Пеппы и Джорджа первый день каникул. И папа свин приготовил им сюрприз. Пеппа, Джордж, просыпайтесь. Пеппа с Джорджем уже проснулись. Что такое, папочка? Пеппа, Джордж, сегодня у вас первый день каникул. И у меня есть для вас отличная новость. Какая, какая? Сегодня мы поедем в летний домик. Ура, ура! Да, собирайтесь. Я вас жду. Внизу. Хорошо, папочка. Пеппа с Джорджем уже собрались и готовы. Ну как, вы готовы? Да, папочка. Хорошо, мама свинка, ты тоже все собрала? Да, папа свин. Ну, тогда я иду. Возьму машину. Ну вот, садитесь. Пеппа села. Джордж садится. И мама свинка села. Ну, поехали! Мы приехали. Ух ты, какой красивый домик. Да, красивый, выходите. Ну вот, это наш домик на все лето. Ух ты, как здесь красиво. А что это такое? Это бассейн для тебя и для Джорджа. Ух ты, здорово, можно нам купаться? Конечно, Пеппа, только сначала нужно переодеться в купальники. Хорошо, мы тогда побежали переодеваться. Хорошо. Пеппа с Джорджем уже переоделись в купальники и идут купаться в бассейн. Папочка, можно нам уже купаться? Да, Пеппа, конечно. Ура! Я сяду здесь и буду купаться. У меня есть уточка и кораблик. Ой, Джордж, как весело. Но Джордж боится купаться без круга. Джордж, что случилось? Джордж боится купаться без круга. Ничего страшного, Джордж. Сейчас у меня есть круг специально для тебя. Подожди, сейчас я принесу. Мама свинка взяла круг для Джорджа. Вот, Джордж, смотри. Это круг специально для тебя. Динозавр. Да, Джордж. И у тебя опять круг динозавра. Как здорово. Ну, я уже покупалась. Теперь ты иди купайся. А я позагоряю. Джордж пошел купаться в бассейн. Ну как, Джордж, тебе не страшно теперь? Нет, Джорджу не страшно. Джордж любит купаться. Ну, это очень хорошо. Тогда купайся. Ну, а я, наверное, пойду что-то приготовлю вкусненькое. Ого, мама свинка, посмотри, что здесь есть. Барбекю. Ты можешь идти загорать, а я приготовлю барбекю. О, хорошо, папа свин. Тогда я пошла. Мама свинка пошла загорать вместе с папой. А папа свин готовит барбекю. Ну вот, папа свин уже приготовил барбекю. Хо-хо! Мама свинка, Пеппа, Джордж, уже все готово. Прошу к столу. О, хорошо. Ой, папочка, мы уже проголодались, бежим. Вся семья уже покушала. Ну как, вам понравилось? Ой, папа свин, было очень вкусно. Да, папочка свин, ты отличный повар. Хо-хо, конечно. А теперь можно нам снова играть в бассейне? Конечно, Пеппа. Да, теперь я тоже буду загорать. Ребята весь день игрались, а папа свин и мама свинка загорали на солнышке. Наступил вечер. Папа Джордж, уже поздно. Пора мыться и ложиться спать. Хорошо, мамочка, а мы еще завтра будем купаться? Конечно, Пеппа. Мы целое лето здесь будем отдыхать. Ура, хорошо, мы тогда идем. Пеппа с Джорджем пришли мыться в ванную комнату. Но там не оказалось ванны. Мамочка, а где же мы будем мыться? Здесь нет ванны. Пеппа, здесь есть душ. Душ? Что такое душ, как в нем моется? Заходи сюда, Пеппа. Сейчас я покажу. Пеппа с Джорджем зашли в душ вместе. Мама свинка включила воду. Ой, мамочка, как смешно. Водичка щекочет, как весело. Нам нравится. Хорошо, Пеппа, мойтесь скорее и пойдем спать. Хорошо. Пеппа с Джорджем переодели свои пижамы и готовы ложиться спать. Сегодня семья свинки Пеппы отдыхает на пляже. Джордж играет в песочке. Мама свинка загорает на солнышке. А папа свин и Пеппа играют в мяч. Держи, папа свин. Тю-ху. Ну вот, я достала мяч. Тю-ху. О, теперь гол папе свин.
Хо-хо-хо-хо, ничего страшного. Мама-свинка, может, и ты с нами поиграешь? Ну, давай, папа-свин. Мама-свинка поймала мяч. Здорово! Мамочка, теперь бросай ко мне. Хорошо, Пеппа. Ух ты! И Пеппа поймала. Ой, ну, пожалуй, я уже пойду отдохну. Хорошо, папочка, я тогда поиграю с Джорджем. Ну и отлично, а я пока вот здесь лягу. А я поиграю с Джорджем. Джордж, пошли поиграем мячик. Нет, я не хочу. Джордж будет лепить куличики. Хорошо, давай будем лепить. Так, я возьму грабельки. А ты лопатку. Опа. А Джордж? Лопатка. Оп. И оп. Ух ты, здорово. Смотри, какая башенка у нас получилась. Да, Джорджу нравится. Папа-свин уже уснул. Джордж, ты знаешь, у меня есть одна идея. Какая, Пеппа? Давай обсыпем папу-свина песком, чтобы он не сгорел. Да, да. Ну вот, мы укрыли папу-свина песочком. Теперь он не обгорит. Да, здорово, какие мы молодцы. Ой, 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 что со мной? А, где мои руки, где мои ноги? Я не могу пошевелиться. Папочка, Си, не переживай. Мы просто укрыли тебя песочком, чтобы ты не обгорел. Я уже испугался. Так, сейчас я... Ой, как же мне отсюда выбраться? Ой. Ребята, что это такое? Папа Свин, ты где? Я здесь. Мама Свинка, помоги мне выбраться. Мамочка, мы укрыли папа Свина, чтобы он не обгорел. А, ну понятно. Ну, давайте теперь раскопаем его. Хорошо. Вот так. Вот так. Сейчас мы поможем. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. О, ну все, теперь я смогу вылезти. О, да, хорошо поспал. Видишь, папа Свин, и ты совсем не обгорел. О, да, это очень хорошо. Да, папа Свин, просто замечательно. Наступило утро. Пеппа с Джорджем еще спали в своих кроватках. Ой, уже утро. Пора вставать. Так, Джордж, просыпайся, уже утро. Хорошо, Пеппа, я уже проснулся. Сейчас встаю. Ну, хорошо, я пока пойду почищу зубки. Пеппа с Джорджем умываются и чистят зубки. Я первая почистила зубки. Нет, я первый. Нет, я первая. Я первый, Джордж первый. Дети, скорее идите кушать уже. Пошли, Джордж. Пеппа с Джорджем пошли на кухню завтракать. Ух ты, мамочка, как все вкусно. А где же папа Свин? Папа Свин пошел на улицу убирать снег. Этой ночью был сильный снегопад и нападало очень много снега. Ух ты, Джордж, посмотри в окошко, сколько снега. Здорово. Мамочка, мама, а можно мы позавтракаем и пойдем на улицу поможем папе Свину убирать снег? Конечно, ребята. Кушайте и сейчас пойдем на улицу. Ух ты, здорово, давай, Джордж. Да, Джордж есть. Спасибо, было очень вкусно. О, молодцы, вы все скушали, теперь можно собираться на улице. Здорово, Джордж, пошли. Идем, Пеппа. Вот, ребята вышли на улицу. Смотрите, а вон и папа Свин. Папа Свин, что ты делаешь? О, ребята, вы уже проснулись. Да вот, я уже все убрал и решил покататься на санках. Ну, что-то они у меня сами не едут. Ух ты, папочка, папа, покатай нас на санках. Конечно, Пеппа, Джордж, садитесь. Здорово, здорово, Джордж, побежали. Ну, держитесь, поехали! Ух, как весело! Ну, быстрее! Ух, здорово! Как весело кататься, здорово! Мамочка, давай теперь ты! Ой, Пеппа, я не знаю, я уже большая для санок. Какая же ты большая? Садись, мама-свинка, я тебя тоже прокачу. Да, мамочка, садись, Джордж, давай теперь посмотри, как мама будет кататься. Ну, мама-свинка, держись. Крепче, поехали. Ой, как здорово, папа Свин. И в другую сторону. Ну как, вам понравилось кататься? Да, папочка, нам с Джорджем очень понравилось. О, папа Свин, и мне тоже очень понравилось кататься на санках. Да, жаль, что я не покатаюсь. Почему же, давай мы тебя покатаем. О, наверное, вы меня не сможете покатать. Я слишком тяжелый. О, кажется, у меня появилась отличная идея. Смотрите, вон едет дедушка-пес. Дедушка-пес, стойте. Что случилось, Пеппа? Помогите нам, пожалуйста.
помочь. Я уже все придумала. Сегодня на улице плохая погода. И папа Свин и мама Свинка сидят смотрят телевизор, а Пеппа с Джорджем играют в своей комнатке. Джордж, мне уже совсем надоело играть. Давай пойдем уже на низ. Папочка, мама, а можно ко мне придут мои подружки? Да, Пеппа, хорошо, конечно, пусть приходят. Ой, спасибо, я сейчас им позвоню. Здравствуйте, мама Свинка, я вам привезла детишек. Здравствуйте, миссис Крольчиха. Заходите, ребятки. Пеппа с Джорджем уже поиграем в королевство и устроим бал. О, Пеппа, это интересная идея. Да, Пеппа, давай попробуем поиграть. Ура, ура, давайте и будем играть. Пошли переодеваться, ребятишки. Ну вот, мы уже все переоделись. Папа Свин, ты теперь король, а мама Свинка у нас теперь королева. А теперь у нас появится волшебник. Ту-ду-ху-ху. Привет, детишки, я умею показывать фокусы. Сейчас перед вами появится бабушка Свинка, повар. Привет, детишки, привет, ребята. Угощайтесь, у меня очень вкусная печенька. Ну, спасибо. Ой, какое вкусное, держи, Пеппа. Бабушка, дедушка, вы как раз вовремя и тоже в костюмированной вечеринке будете участвовать. А сейчас будем все танцевать. Дедушка Свин танцует с бабушкой Свинкой, папа Свин с мамой Свинкой, а Пеппа, Ребекка и Кэнди танцуют все вместе в кругу. Ой, как весело танцевать. У нас прямо бал, а где же Джордж и Рик? О, вот и Джордж, лошадка. Ух ты, Ребекка, Кэнди, смотрите, какая карета. Джордж приехал к нам, а это лошадка, сверкай копытца. Лошадка. Нет, Джордж, его зовут Сверкай Копытцем. Давайте сядем на нее и будем кататься. Все ребята сели в карету. Поехали! Как весело кататься! Папа Свин, мама Свинка, у нас сегодня просто замечательный день. Спасибо вам большое. Несмотря на плохую погоду, Свинка Пеппа и ее друзья сегодня очень хорошо провели свой день. В одном сказочном лесу был волшебный домик гномов. В домике жили гном Дек и гном Тед. Гном Дек готовит обед. Тед, пока я готовлю обед, иди принеси воды на чай. Чуть что, сразу Тед, иди, Тед, принеси. Ну я же готовлю кушать, а ты пока принеси воды. Ну хорошо. Ну вот и отлично, а я пока доготовлю свой супер вкусный суп. Так, нужно проверить рецепт. Это я бросил, это бросил. Все есть, отлично. Еще совсем чуть-чуть, все сварится, и можно будет приступать к обеду. Ой, какой же я голодный уже. Еще немного размешаем. Мой суп уже почти готов. Какой вкусный запах. Но где же Тед так долго? Ну вот и все, накрою пока крышкой, чтобы не остыл. И подожду Теда, куда же он запропастился? О, Тед, наконец-то ты пришел. Обед уже готов. Ты принес воду на чай? Какую воду? Ничего я не нашел. Нет там никакой воды, и все высохло. Я больше туда не пойду. Как это нет, Тед? Вода всегда там была. Ты, наверное, плохо искал. Что же делать? Нужно идти с тобой. Пускай пока суп подождет, немножечко остынет, а мы пойдем принесем воды на чай. Тем временем в лесу потерялись две свинки. Они собирали грибы и ягоды и зашли далеко-далеко в лес. Ой, я уже совсем не могу, я уже так устал. Я уже хочу кушать, я такой голодный. Да, я тоже устала, но нам нужно идти дальше. Какой вкусный запах. Да-да, я тоже чувствую. По-моему, он идет откуда-то оттуда. Ой, смотри, смотри, там какой-то домик, пошли туда. Пошли. Ух ты, какой интересный домик. Я еще такого не видел. Да, я тоже такого не встречала. Интересно, кто же здесь живет? Не знаю, но пахнет очень вкусно. А я так проголодался. Да, действительно, пахнет очень вкусно. Но как же мы можем кушать, если никого нет дома? Это же некрасиво. Да, это очень некрасиво. Ой, как пахнет вкусно. Ой. Ну хорошо, давай немножечко скушаем. И совсем не будет заметно, что мы кушали. Давай, давай. Да, давай, давай. Ой, как
Умаялся. Да, я тоже. Смотри, мы же съели все, и здесь ничего не осталось. Ой-ой. Что же теперь будет? Что же теперь делать? Не знаю. Может, убежим? Убежим? Это совсем некрасиво. Мы пришли к кому-то в гости, все съели и убежим. Нет, давай что-то придумаем. Ну давай, а что же мы придумаем? А если они сейчас вернутся и увидят нас здесь? Смотри, Джордж, вот какой-то рецепт. Это, наверное, рецепт этого супа. Давай сварим точно такой же, и никто ничего не заметит. О, здорово, давай, давай. Мы как раз насобирали немножечко грибов, ягод, и сейчас все сварим. И ребята начали варить суп. Так, высыпаем все из корзины, и теперь будем варить. Ну вот, мы уже почти все бросили. Единственное, у нас нет последнего ингредиента, и я не знаю, что это такое. Может, поищем что-то в домике? Смотри, сколько там всего. Может, это что-то вот отсюда. Вот смотри, что это такое? Точно! Давай неси сюда, бросай все. Бульк! Джордж забросил все внутрь. Ну вот, теперь у нас почти все готово. Ура! О, хорошо, что мы с тобой придумали приготовить точно такой же суп. Да, мы молодцы. Вот научимся и дома тоже такой приготовим. Ну вот, уже все готово. Теперь можем идти. Джордж, ты слышишь, там кто-то стучит? Срочно прячемся. Ребята спрятались наверху. Джордж, сиди тихо, чтобы нас не заметили. Ну вот, мы и пришли. А ты говорил, нет воды. Вода всегда есть. Давай сейчас поставим чайник и будем кушать. Ну вот, все готово. Теперь можно садиться кушать. Да, я уже так проголодался с этой водой. Я уже очень голодный. Я первый буду кушать. Хорошо, Тед, будешь кушать первым. Садись, сейчас я тебе налью своего вкуснейшего супа. Ну вот, можешь кушать. Ну, наконец-то. Что случилось, Тед? Ой, Тед, что с тобой? Фу, что это за суп? Ты что, хотел меня отравить? Ты что, Тед? Что тебе не нравится? Попробуй его сам, его невозможно кушать. Странно. Да, суп не очень. Ты специально все построил, хотел, чтобы я отравился. Тед, ты что, нельзя быть таким злым. Я готовил вкусный суп, даже не знаю, что с ним случилось. Не ссорьтесь, это все мы не хотели. Кто это говорит? Это мы спрятались наверху. Сейчас мы спустимся. О, как вы сюда попали? Ах, какие вредные! Это вы хотели нас отравить! Сейчас я вам покажу! Тед, не будь таким злым! Это же наши гости! Давай выслушаем, что у них случилось! Гости? Ты же сам слышал! Это они все виноваты! Да, это мы виноваты, но мы совсем не хотели! У нас так случайно получилось! Да, у вашего супчика такой вкусный запах был, и я не мог удержаться, я так хотел кушать! Да, мы с моим младшим братиком гуляли по лесу и искали грибы и ягоды, мы так проголодались! И увидели ваш домик, а здесь так вкусно пахло. И мы хотели совсем чуть-чуть скушать. Да, хотели чуть-чуть, а скушали все. Да, и мы хотели сварить точно такой же супчик. Вот мы увидели рецепт, и у нас как раз были и грибочки, и ягоды. Не было только одного ингредиента, и мы увидели у вас на столе и бросили туда. О-хо-хо-хо, ну теперь все понятно. Простите нас, пожалуйста, мы не специально. Ну конечно же, пришли, испортили нам обед, все съели. Тед, перестань быть таким злым. И у вас все бы получилось. Просто вы добавили не тот ингредиент. Это было масло для моей лампы. Ой, мы не знали. Ну ничего, не переживайте. Мне очень приятно, что вам понравился мой суп. Сейчас я приготовлю еще. Правда? Вы не обиделись? Мы вам поможем. Конечно, поможете. И я вас научу варить точно такой же. Ура, ура, здорово. Тед, а ты иди принеси воды. Ты уже знаешь, где она. Что? Не пойду я никуда. Ладно, ладно. Я возьму с чайника воду. И гномик Дек сварил точно такой же вкусный суп. Даже еще вкуснее. И ребята тоже научились варить такой же суп. А потом и научили свою маму-свинку. Наступило утро. О, уже утро. Пора просыпаться. Ой, какой чудесный день сегодня будет. Доброе утро! Пеппа, ты что, икаешь?
Кота! О, Пеппа, я знаю, что делать. Нужно попить воды. Ой, хорошо, здорово. Ну, идем скорее на кухню. Пошли. Ой, я тоже пойду пить воду. Ну, пошли, Джордж. Папа Свин налил водички Пеппе и Джорджу. Ну, можете пить. Ой, хорошо. И Джордж пил. Хорошо. Ну как, Пеппа, ты уже не икаешь? Ой, кажется, уже не икаю. Ой, здорово. Теперь можно играть. Ой, опять икаю. Ой, и Джордж икает. Да. И я икаю. Мама Свинка. Что такое, Папа Свин? Ну как там, у Пеппы прошла икота? Нет, Мама Свинка, икота не прошла. Мой метод не подействовал. Да еще и Джордж начал икать. Ой, как же так? Да, что же теперь делать? О, я знаю еще один метод. Какой, Папа Свин? Их нужно напугать. О, да, я тоже слышала такой метод. Сейчас я их напугаю. Ну, хорошо. Джордж, мне уже так надоело икать. Да, Пеппа, я тоже не хочу икать. О, ой, Папа Свин. Ой, папочка Свин. Ну, как я вас напугал? Да, так страшно, мы испугались. А зачем ты нас пугал? Ну, это такой метод. Теперь вы должны перестать икать. Действительно, я уже не икаю. И Джордж не икает, и Джордж не икает. О, видите, как хорошо. Ой, я опять икаю. И я икаю, и Джордж икает. Ой, что же теперь делать? Ой, по-моему, я икаю. Нужно идти к маме свинке. Мама свинка, я их напугал. Да, Папа Свин, я вижу, это тоже им не помогло. Да, Мама свинка, да еще и я начала икать. Ой, Папа Свин, давай попробуем еще один метод. Идем, я покажу, как нужно избавляться от икоты. Пошли, Мама Свинка. Мамочка Свинка, мы еще и икаем. Да, мамочка, мы икаем. Да, Мама Свинка, давай теперь свой метод. Хорошо, ребята, давайте все вместе задержим воздух. Ну, а теперь выдыхаем. Ой, кажется, я уже не икаю, здорово. И я не икаю, и я. Я тоже уже перестала икать. Видите, как здорово? Вот мой метод вам помог. Ой, похоже, я начала икать. Ой, Мама Свинка икает. Мамочка Свинка, не переживай. Я знаю много способов перестать икать. Наступило утро. Пеппа уже проснулась. Ой, уже утро. Ура, 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 ура. Джордж, просыпайся, уже утро. Поедем в гости к бабушке Свинке и дедушке Свину. Джордж, скорей. О, уже утро. Да, Джордж. Отлично, я уже просыпаюсь. Скорее, скорее, Джордж. Джордж, побежали вниз. Мамочка, папа, уже утро, мы уже проснулись. Поехали к бабушке Свинке и дедушке Свину. О, Пеппа, это отлично. Идите скорее, собирайтесь, а я пока сделаю бутерброды и горячий чай нам в дорогу. Хорошо, хорошо, ура, ура, Джордж, побежали. Побежали. Пеппа с Джорджем уже переоделись. Джордж, скорее спускаемся. Мамочка, мы уже переоделись. О, отлично. А я как раз все собрала. Здорово. Тогда едем? Конечно. Папа Свин, иди готовь машину. Хо-хо-хо, вы уже все готовы? Конечно, мы уже все собрали. О, отлично. Ну, тогда я иду за машиной. Пеппа, Джордж, а вы скорее идите одевайте шапки и шарфы. Хорошо, мамочка. Ребята оделись и ждут папу Свина. О, ну вот. Можете садиться. О, отлично, Папа Свин. Ой, что-то у меня сумочка на меня влезла. Ну, поехали, поехали, ура! Ой, сколько же снега насыпало. Да, Папа Свин. Ой, что-то мы не едем. Папа Свин, что случилось? Ой, Мама Свинка, похоже, мы застряли. Как застряли? Что же теперь делать? Ну, не знаю. Сейчас я попробую выехать. Папочка Свин, что же теперь будет? Ничего, Пеппа, не переживай. Сейчас мы выберемся отсюда. Ой, похоже, не выберемся. Нужна чья-то помощь. Чья? Здесь же никого нет. Наверное, вы посидите в машине, а я схожу за помощью к дедушке Свину. Дедушке Свину? Мы к нему же далеко идти. Хо-хо, Мама Свинка, ты забыла, что я был спортсменом. Ну хорошо, Папа Свин, но только постарайся побыстрее, чтобы мы здесь не замерзли.
Конечно, мама свинка. Я буду очень быстро. Папочка свин, скорее возвращайся. О, ребята, не переживайте, вы даже не успеете заметить, что меня нет. Папа свин шел за снежным лесом дедушке свину за помощью. Ой, сколько много снега насыпало. Надеюсь, еще недолго идти. Опять елка. Надеюсь, там ребята еще не замерзли без меня. О, наконец-то я пришел. Это же домик дедушки свина. Дедушка свин. О, дедушка свин, кто-то стучится. Наверное, это уже приехали наши ребята. О, наконец-то. А то долго они едут. О, здравствуйте, дедушка свин. Здравствуйте, бабушка свинка. Ну, наконец-то вы приехали. Да, но пока еще не все. Наша машина застряла в сугробе. Как застряла в сугробе? Да, пришлось мне оставить маму свинку с ребятами и прийти к вам за помощью. Что же теперь будет? Скорее, дедушка свин. Конечно, конечно. Сейчас бегу за своим паровозом. О, какой вкусный тортик, наверное. Да, папа свин, это я. Испекла к вашему приходу. Может, я попробую кусочек? Папа свин, скорее садись. На улице снегопад, смотри, уже засыпала всю дверь. О, конечно, сейчас бегу. Папа свин сел в паровозик. Ну, ребята, скорее возвращайтесь. Конечно, не беспокойтесь. Папа свин еще далеко? Да нет, уже должны где-то быть здесь. Ой, какой большой сугроб. Ой, дедушка свин, по-моему, это не сугроб. А что же это? Наверное, это моя машина. Ее же все засыпало снегом. Скорее нужно раскапывать ее. Бежим, бежим. Скорее, дедушка свин. Я надеюсь, они не очень сильно замерзли. Мама свинка! Ребята, Пеппа, Джордж! О, папа свин, наконец-то ты пришел. Да, пришел и не один, а с помощью. Ой, дедушка свин, ну наконец-то вы уже здесь. Дедушка свин, ура! Папа! Ну все, ребята, сейчас мы вас вытащим на моем паровозике. Здорово, отлично! Дедушка свин вытащил машину папы свина из снега. Ой, папа свин, ну наконец-то, мы уже тебя заждались. Да, папочка, ты же говорил, что будешь совсем недолго, а мы тебя так долго ждали. О, ребята, оказалось, я уже не такой спортсмен, которым был раньше. Ну, замечательно, а теперь поехали к нам. Бабушка свинка уже заждалась. Здорово, здорово, поехали. Хорошо, что есть паровозик дедушки свина. Ставь лайки и подписывайся на мой канал. Впереди еще много веселых историй. Сегодня в домике свинки Пеппы выходной. Пеппа, Джордж и папа свин собрались идти гулять на улицу, а мама свинка остается готовить обед. Пока, мамочка свинка. Пока, мамочка свинка. На улице очень много снега. Как холодно. Ой, сколько снега много. А давайте слепим снеговика. Здорово, здорово, давайте лепить снеговика. И ребята слепили огромного снеговика. Ой, какой большой. Он как Джордж. Джордж, он больше тебя, он как Пеппа, он как я. Я думаю, все же он моего роста. Папочка свин, давай будем делать ему глазки, ротик, носик. Ну давай, папа, я взяла с собой вот такие пуговки, смотри, какие красивые. Ну вот, такая красота получилась. Да, Джорджу тоже очень нравится. Да, очень красиво. Не хватает еще только носа. Ой, у меня уже закончились пуговки, но еще можем сделать нос. Джордж сейчас принесет нос, Джордж принесет нос. Я пойду к маме свинке. Джордж принесет нос. О, Джордж, ты уже пришел? Нет, мы лепим снеговика. Джорджу нужен нос. Нос? Джорджу нужен нос. А, нос для снеговика. Вот, держи. Ох, какой огромный нос. Джордж понес нос. Нос снеговику. Вот, Джордж принес огромный нос. Ой, молодец, Джордж. На улице. Теперь наш снеговик останется без носа. Ничего, Джордж принесет нос. Джордж принесет нос. О, Джордж, ну как, вы слепили снеговик? Нос подошел? Нет. Джорджу нужен нос. Как нос? Папа свин скушал. Джорджу нужен нос для снеговика. А, ну понятно. Ну вот, держи морковку. Отличный нос. Джордж принесет нос. Джордж принес нос. Морковка. О, молодец, Джордж. Я просто очень проголодался. Я бегал туда-сюда, туда-обратно. Вот я и съел. Ничего, я сейчас еще принесу. Джордж дойдет, но... О,
Джордж, ну как, нос подошел? Нет, нос. Джордж скушал нос. Ой, а что же тебе дать? Нужен нос. Ну вот, можешь взять яблоко. Батон мне нужен к обеду. Спасибо, мамочка. Джордж принесет нос. Вот, я принес. Мама Светка отдала последнее. Больше ничего нету. Яблоко? Ну ничего, сейчас что-то придумаем. Или не придумаем. Ой, извините, это я съела яблоко. Я не знаю, оно было такое вкусное, красивое и красненькое. Мне так захотелось его скушать. Теперь снеговик будет без носа. Хо-хо, ничего страшного, у меня есть отличная идея. Не зря я столько лет копил все в гараже. Я думаю, там обязательно что-то должно найтись. Надеюсь, папа Свин что-нибудь найдет. Конечно, Джордж найдет, ты же видел, там в гараже столько всего, столько мусора разного. Хо-хо-хо, ну вот, я вернулся, и не с пустыми руками. Вот какой нос я нашел. Ух ты, здорово, папочка Свин, отличный нос. Но это еще не все, наш снеговик теперь в шапке. А-а-а, какой же он красивый теперь. И еще я нашел для него руки. Очень красивый. А теперь побежали обедать. Я думаю, мама Светка уже все приготовила. Побежали, побежали. Да, побежали. Джордж уже хочет кушать. Ребята вернулись с прогулки и сели за стол кушать. Ну как у вас получился снеговик? Хо-хо-хо-хо. Конечно, мама Светка, получился. Смешной, наверное, с яблочным носом. Он не с яблочным носом. Оно было такое красивое, красненькое. Я его съела. Хорошо, что у папы Свина в гараже много всяких деталей. Ну тогда скорее кушаем, пока еда не остыла. А потом обязательно пойдем. И я посмотрю на вашего снеговика. Да, да! Сегодня мама Свинка испекла свой знаменитый фруктовый пирог. Пеппа с Джорджем играли в своей комнате. Джордж, Джордж, что-то так вкусно запахло. Таким вкусненьким и сладеньким. Да, да, это же пирог. Скорее пошли вниз. Побежали, побежали, Джордж любит пирог. Побежали! Мама Свинка, мама Свинка! Мы прибежали на запах пирога. О, да, мой пирог очень ароматный и очень вкусный. Да, да, мамочка! Скорее, скорее, давай мы будем кушать. Нужно подождать, чтобы остыл. Он еще слишком горячий. Ну ждать это так долго. А мы уже так хотим его съесть. Чтобы время шло быстрее, нам нужно сделать что-то интересное. И я знаю, что у нас же еще нету елки. Да, да, мы поедем покупать елку. Ура, ура, это так здорово. Нет, Пеппа, я знаю занятия поинтереснее. Мы поедем за ней в лес. В лес? Зимой? Но там же очень холодно. И очень красиво. Побежали собираться. Ну хорошо, побежали. Все уже собрались и сидят в машине. Нету только папы Свина. Мамочка, где же папа Свин? Он так долго. Не знаю, Пеппа. Папа Свин! Ой, бегу, бегу, бегу. Никак не могу найти свою шапку. Мама Свинка, я нашел твои. Смотрите, какой мне лучше, в этой или этой? Этой или этой? Папа Свин, тебе хорошо в обеих. Выбирай, какую хочешь, и скорее поехали уже. Да, папочка, поехали. Наверное, тогда возьму эту. Здесь уши потеплее. Да, возьму эту. Ну, поехали. Кажется, дальше нам придется идти пешком. Дорогу совсем замело. Ой, так холодно. А далеко еще идти? Нет, совсем недалеко. И ребята пошли в лес. Они шли, шли, шли и шли. Папочка Свин, еще долго. Я уже устала идти. Да, папа Свин, я уже тоже устала. И Джордж устал. Ух, я дальше не могу идти. Нет, еще совсем недалеко. Ой, где-то я это уже слышала. Кажется, я что-то слышала. Да, да, я тоже слышала. Мне кажется, это звенят колокольчики. Нужно идти на звон. Вот, нужно туда бежать. Побежали, побежали. И ребята прибежали к домику. Ух ты, смотрите, какой красивый домик. О-хо-хо. Да, очень красивый. Он так пахнет. Мне кажется, мне знаком этот запах. Пахнет? О, это же пряник. Это пряничный домик. Ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Джордж, перестань. Это чей-то дом. Алло, кто там? Кто здесь живет? Выходите. Ой, может лучше этого не стоит делать? Может пошли дальше? Алло, выходите. Выходите, кто здесь живет? Хозяева.
солнечный человечек. Ты здесь живешь? Да, я здесь живу. У тебя такой красивый домик, и так вкусно пахнет. Да, это мой домик. Извините моего брата, он очень любит сладости. Ничего, пусть кушает, он мало съест. Я свинка Пеппа, это моя семья. Мы приехали в лес за елкой. А, за елкой. У меня много-много елок, какие хотите. Я вам могу помочь. Да, да, спасибо большое. Пошли со мной, я вам покажу. Ну, пошли. И пряничный человечек отвел Пеппу и ее семью к огромной елке. Ух ты, какая она большая и какая красивая. Здорово, я еще такой не видела. Хо-хо-хо, да, елка действительно очень большая. Да, это наша самая большая красивая елка. Можете ее взять себе. Ой, спасибо большое, какая красивая. У нас будет самая красивая елка. Да, очень красивая. Но домик так вкусно пахнет, даже сюда. Папа с ним, мы не будем кушать домик пряничного человечка. Но зато мой пирог уже давно остыл. О, точно, пирог. Нужно скорее бежать домой и кушать пирог. Да, папочка, скорее бери елку и побежали кушать пирог. Сегодня был морозный солнечный день. Пеппа с Джорджем сидели, смотрели телевизор, а мама-свинка была на кухне. Мамочка, а где же папа-свин? Пеппа, папа-свин ищет гирлянды в гараже. Гирлянды? Здорово! Смотрите, что я нашел в гараже! Что это, папочка, гирлянда? Нет, Пеппа, не гирлянда. А что же это? Ух ты, это же мои старые коньки. Я совсем забыла о них. Да, мама-свинка, и они очень хорошо сохранились. Смотри, совсем как новые. Ой, папа-свин, как здорово, что ты их нашел. Мамочка, мамочка, а ты что, умеешь кататься на коньках? Да, Пеппа, раньше я очень хорошо каталась на коньках. Ух ты, здорово, папа-свин, а ты тоже умеешь? Да, Пеппа, но только когда за кого-то держусь и без коньков. Ха-ха-ха, как же это? Ой, это очень интересно. Мамочка, а ты покажешь, как ты катаешься? Я тоже хочу научиться. Ой, Пеппа, я даже не знаю. А давайте сможем сегодня съездить на каток, и мама-свинка нам покажет. Да, 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 поехали. Ой, папа-свин, ну, давайте, здорово. Джордж, собирайся! Хорошо. Ну вот, вся семья собралась и готовы ехать на каток. Ну, ребята, готовы? Да, папочка? Ну, поехали! Ну вот, мы и приехали. Ух ты, какой красивый каток! Здорово! Ну, выходите из машины. Хорошо, выходим. Ну, мама-свинка, ты готова нас удивить? Ой, папа-свин, я даже не знаю, я столько лет уже не каталась. Да, ничего, у тебя все получится. Надеюсь. Минуточку, я одену коньки. Ну вот, мама-свинка одела коньки и пошла на лед. Ну, ребята, сейчас я попробую. Жжу! Жжу! О, мама-свинка, у тебя отлично получается. Да, как здорово, я еще не забыла, как кататься на коньках. Мамочка-свинка, как же ты здорово катаешься. Да, Пеппа, это очень интересно. Ну, как вам? Ну, мама-свинка, ты катаешься лучше всех. Да, мамочка. Ну, папа-свин, а теперь ты покажи, как ты умеешь кататься. О, Пеппа, это будет интересно. Так, я думаю, так как я, вы тоже сможете прокатиться. Ну, поехали. Ой, мама-свинка, держи меня. Ой, папа-свин. Ну, вот так я умею кататься. Да, папа-свин. Ну, ребята, а теперь давайте вы попробуйте. Хорошо, папочка, сейчас. Джордж встал на лед. И поехали. Ой, Джордж, ты же упал. Ничего, Джордж еще прокатится. Ой. А я вот не упаду. Ну, давай попробуй. Ой, как скользко. Ой, что-то я совсем не могу стоять. Ой-ой-ой. Ну, что же такое? Ой-ой-ой, я не могу совсем устоять. Вот видишь, Пеппа, здесь очень скользко. Да, папочка-свин, ой. Но когда-то я вырасту и буду кататься так же красиво, как мама-свинка. О, Пеппа, обязательно. Может, у тебя это получится лучше, чем у меня. О, ну давай, будем еще пробовать. Ей, упала. О, хо-хо-хо, все ребята попадали на лед. Стать
лайки и подписывайся на мой канал. Впереди еще много веселых историй. Выбери следующее видео или нажимай на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски. Выбери следующее видео или нажимай на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски.